Починаємо наступний брифінг. Запрошую до слова народного депутата від групи «Партія Відродження» Антона Кісе. Добрий день, уважаемые дорогие избиратели, журналисты, коллеги. Я прежде всего хочу обратиться в адрес Кабинета министров, в адрес Укравтодора и в адрес Одесской областной государственной администрации с просьбой и требованием о начале реконструкции и ремонта дороги Сарата-Арциз-Тарутино. Это магистраль, которая связывает два районных центра с дорогой Одесса-Рени. И второе, это капитальный ремонт и реконструкция дороги Ярославец-2 и Лесное, Тарутинский район. Эти вопросы я уже задавал руководителям перечисленных государственных организаций и служб. Но сегодня, насколько я понимаю, они даже на сегодняшний день не попали в перечень тех объектов, где будет начат ремонт. Подчеркиваю, что на соответствующие объекты есть проектно-сметная документация, проведены тендеры, были обещания, в том числе в сессионном зале Владимира Борисовича Гройсмана, о том, что будет дано поручение о начале реконструкции этих дорог. Я еще раз обращаю на это внимание. Буквально несколько дней назад я был в соответствующих населенных пунктах, городах, селах. Немеренное количество людей обращались с просьбой и с требованием о восстановлении дорог, по которым невозможно просто ни проехать, ни пройти. И они готовы буквально в ближайшее время здесь, рядом со мной, выступить и высказать свое недовольство. Параллельно они начинают сбор подписей в адрес президента, премьер-министра на предмет решения этой судьбоносной проблемы ремонта и реконструкции дорог. Сарата, Арциз, Арциз, Тарутино, Ярославец-2, Лесное. Это те дороги, которые жизненно важны для того, чтобы они были восстановлены. Надеюсь и верю, что получу я и мои избиратели соответствующую реакцию по началу соответствующих работ по реконструкции данных дорог. Спасибо.